В Махачкале продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Сотрудники Управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства города совместно с Управлением ГИБДД проверили пассажиров и водителей общественного транспорта. Акция проходила на проспектах Имама Шамиля и Петра Первого. Людям еще раз напомнили о важности соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.